Здравствуйте. Они думают, что инспекторы не заметят. Это о любителях чрезмерной тонировки стекол автомобиля. Таких нарушителей ежедневно выявляют инспекторы ГИБДД. Накануне вместе с полицейскими дежурила наша съемочная группа. Все, что увидела наша камера, и вы увидите прямо сейчас. Остановлены за затемнение передних стекол. Сейчас будут осуществлены замеры светопропускаемости. Препятствие осуществлению замеров влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.3, частью 1. Препятствием является обрывание пленки, либо отпускание стекол. А почему ездите, если знаете? Охота так. Охота так? Да. Так ведь в правилах нигде не написано, что если охота, значит можно нарушать. Обратите внимание на показания прибора. 11,5% светопропускаемость. При минимально допустимых 70%. Значит, сейчас в отношении вас будет составлен административный материал. Штраф за данное нарушение 500 рублей. Необходимо либо устранить на месте неисправность, либо будет вручено требование о прекращении правонарушения. Что будете делать? Требования. Требования. При несоответствии требованиям технического регламента будет составлен соответствующий административный материал. А у вас есть приборы для замера влажности воздуха? А у меня должен быть прибор, значит, разъясню вам. Погодные условия у нас соответствуют для осуществления замеров. То есть влажность воздуха должна быть не более 95%. Сегодня у нас 78%. Это вам просто для информации. И инспектор ГИБДД не обязан замерять вам влажность воздуха, давление воздуха, мыть вам стекла со всякими моющими средствами. То есть все действия, работы наши осуществляются именно в тех условиях, в которых можно это делать. То есть если условия у нас позволяют осуществлять замеры светопропускаемости, то мы выходим на дорогу и осуществляем замеры, работаем в направлении тонированных стекол. Ранее привлекались? Требование выдавалось? Когда? Да? Когда? Дома. Наличие требования по тонировке. Требование выдавалось первое 29.05.15, 29.05.15, второе 20.09.15. В течение 2 месяца мы имеем право привлечь по статье 19.3, части 1 к административной ответственности гражданин, не выполнивший законное требование сотрудника полиции. То есть вы подходите под данную статью. Сейчас машину, значит, паркуем поближе к тротуару. Либо вот аккуратненько назад я посмотрю. Прямо отсюда мы вас будем направлять по указанию дежурной части либо в суд Череповецкий городской, либо мы вас доставим во 2-й отдел полиции, где вы будете дожидаться суда. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник.